Приветствую зрители, мы находимся между Садовой Кудринской улицей и Большой Садовой. Здесь между домами 32, строение 1 и дом 2, дробь 46, находится Малая Бронная улица, по которой мы сейчас проследуем. Ну и все, что попадется нашему взору, я прокомментирую, как знаю. Первое, что мы увидим, это будет перекресток Ермолаевского переулка, который будет пересекать Малую Бронную улицу справа налево. Бывшая улица Жолтовского до 1993 года. И вот мы приближаемся к перекрестку. Перед нами дом 31/13. Мы его получше позже рассмотрим. Сейчас мы уже на самом перекрестке, и угловое здание слева, вот это 1914 года постройки, вот туда Ермолаевский переулок уходит. Это жилой дом, последний адрес Валентины Толкуновой, здесь она проживала. Сейчас мы видим уже вход в Патриарший сквер, там же находится и Патриарший пруд. Во все времена на картах изображается один пруд, хотя закрепилось название Патриаршие пруды. Позже расскажу почему. ЖК Патриарх справа, 2008 год. На это доходный дом 1911 года. Туда Ермолаевский переулок уходит. И сейчас мы посмотрим, что находится в сквере Патриаршем. Мы видим пруд Патриарший и двигаемся вдоль Ермолаевского переулка. Слева мы видим скульптуры панно с изображением на тему басен Крылова. Здесь же установлен ему памятник. Сейчас мы к нему подъедем. Памятник установлен здесь в 1976 году, когда пруд назывался Пионерским. Видимо, поэтому для пионеров тут это все и устроили. А вот и сам памятник. Так выглядит баснописец Крылов в исполнении скульптора Андрея Древина. Ну что же, продолжим. Итак, у нас дом 42. Вот так прямо. Сразу за ним дом 38. 1965 года постройки, жилой дом. За ним будет дом 36, его сейчас не видно. Дом, кооперативный дом «Работник льноторга», 1926 год. Вот сейчас мы к нему подъедем и увидим вот этот самый дом. Лучше его показать не получается из-за деревьев. А почему же все-таки пруды Патриаршие? Дело в том, что здесь неподалеку есть трехпрудный переулок. Именно на этом переулке на карте 1897 года обозначено два пруда. На других картах их три. Последний раз пруды обозначены на карте 1800 года. И не зря он называется трехпрудный. Далее слева дом 34. 1964 год, жилой дом. За ним дом 32. Дом 1912 года постройки, бывший доходный дом. Вот так он выглядит, и так он выглядит с противоположной стороны. За ним будет дом 1926 года постройки. Это дом 30/1 на углу с Малым Казихинским переулком. Вот так он выглядит, трехэтажный. Жилой дом кооператива «Квартира хозяин». В этом доме жил основатель театра эстрады Смирнов Сокольский, о чем свидетельствует вот эта мемориальная доска. И вот такой домик на самом углу с Малым Казихинским переулком. Далее кирпичный красный дом 28, бывший доходный дом, 1887 год, 1882, скорее всего, нарастили в 87.
Ну и сейчас мы подъезжаем к перекрестку. Направо будет Большой Патриарший переулок, а мы сейчас заглянем вот во дворы за этот дом. Сейчас мы находимся за домом 22. Строение 2, 1913 год. Справа желтый дом 24, строение 4. Где-то 1905 год постройки, так же как и слева дом 24. Тоже недавно реконструированный под гостиницу 1905 года примерно постройки. Прямо дом 24, строение 3. Вот этот. Это 1930 год за ним числится. Не знаю, насколько совпадают вообще эти датировки, но примерно совпадают. Вот это реконструированное здание под гостиницу. Далее прямо угловое это здание дом 28 и левее реконструированное здание из купеческого дома под клубный дом. Это дом 26 был. Ну, вот так этот квартальчик изнутри выглядит. Ну, а теперь мы выезжаем через арочку в доме 24. На улице Малая Бронная. Выезжаем мы напротив дома 25 1998 года постройки. Ну, а теперь посмотрим с улицы вот эти дома, которые мы только что... за которыми мы только что катались с вами. Вот так они выглядят. Вот купеческий дом переделанный с арочкой. А из арочки следующего дома 24 мы с вами выехали. Далее по улице дома с обеих сторон начала 20 века. Как дореволюционные, так и один крайний справа. Вот его балконы видны. Это жилой дом Госстраха, 1927 год постройки. На доме несколько табличек репрессированным жильцам этого дома. Слева же дом 22 с угловой аптекой, которая находится в этом доме с 1914 года. Далее, налево и направо Спиридоньевский переулок. Угловое здание, дом 20А, шестиэтажный дом, 1914 года постройки. Напротив него дом 19, 19-го же века строение, вот трехэтажка. Ну и сейчас заглянем во дворы здесь также. На этот раз вот домов 20 и дома 10 по Спиридоньевскому переулку. Заезжаем в арочку и смотрим на дома со двора. Вот прямо дом 10 по Спиридоньевскому переулку. Так выглядит. Слева дом 20А. Справа будет дом 20, строение 1. И впереди, чуть проехав вперед, мы видим уже дом 20, строение 2. Жилой дом. Ну а далее вот там Спиридоньевский переулок. В общем, каменные джунгли сплошные. Бывает ли тут солнце? Трудно сказать даже, честно говоря. Наверное, заглядывает. Покидаем этот каменный мешок. Проехав через арку, мы окажемся у дома 19, который мы видели. Но еще раз можем на него посмотреть, как он выглядит. Про него известно только то, что он 19 века. Далее дом 18, вот этот, и напротив дом 17. 1949 года постройки, но внимательнее рассмотрим дом 18. 1887 год постройки,
первые два этажа. Архитектор Кокорин, дом нарастили. Я подозреваю, что в 30-е годы прошлого века. Также в 2000-х проведена реконструкция здания. Пробирная палата тут так и осталась. Ну а на доме 17 установлена мемориальная доска Ляхову Владимиру Степановичу. Следующий дом 16 будет слева. А вот там вот детский сад находится за деревьями. Дом 16 построен в 1927 году. Жилой дом. За ним находится небольшой сквер. Вот сейчас мы поворачиваем как раз в этот сквер. Подъезд в дом 16 так выглядит. Можно сказать, это двор, а не сквер. Ну и в то же время сквер. Можно здесь отдохнуть в тени. Напротив дом 12, строение 4, кажется. В арочку, которую мы сейчас заедем и прокатимся там дворами. Дом 1906 года постройки. Также жилой дом. Вот сюда мы сейчас и заедем. Прокатимся дворами немножко. Дома тут будут все начала 20 века. Вот перед нами дом 10, строение 2. Справа он 1900 год. А слева вот этот дом 12. Довольно длинный дом. Вот его двор перед нами. Далее прямо будет школа. Это уже Большой Казихинский переулок, дом 5, школа. Ну а мы поедем вдоль все-таки Малой Бронной. Уже видна спортивная площадка. Справа здесь находится довольно большая детская игровая площадка. Прямо уже дом по Большой Бронной улице, дом 7. Справа к нему пристроен дом 5 в 1965 году. А этот дом вообще конца 19 века. Ну, может, надстраивался. Вон там дом 5, пристроенный вплотную. Ну, и вот такая довольно большая тут территория, просторная. Вот детская игровая площадка перед нами прямо. Так выглядит. Далее дома 10, правее, которые... Левее поликлиника будет 60-х годов. Также Большая Бронная. Да, мы сейчас дома 10 рассмотрим. 1900-х годов. Ну, начало, в общем, 20 века. Домики. Заезжаем и смотрим, что это за дома такие. Выезжаем к дому 10, строение 1. В нем находится участковый пункт полиции. Вот и табличку видно. Так выглядит этот дом. А вот дом 10, строение 2, он у нас слева сейчас. Зачем-то сделан с фасада тут красивым, хотя находится за домом 10, строение 1. Даже не знаю, для чего таким красивым его тут делали. Тем не менее, вот так он выглядит. Теперь посмотрим на эти дома с улицы. 12-й дом. Слева за ним дом 10, строение 1. Справа дом 15Б. На месте снесенной усадьбы Неклюдовой 19 века выстроили ЖК. Снесли ее в 2017 году.
За этим ЖК детский сад, дом 13, строение 2. Его видно не будет. Там очень густая растительность. Ну и продолжим из дворов. Домов 10, где мы остановились. Ну и прокатимся здесь дворами до Большой Бронной. Точнее, до пересечения Малой и Большой Бронной улиц. Дом с рестораном перед нами. Поликлиника, дом 3. Большая Бронная. Развернемся сейчас. И выезжаем уже отсюда. На Малую Бронную. Как раз вот напротив детского сада, наверное, выезжаем. Вот ресторан. Справа сейчас будет дом 13. Кооперативный дом 1926 года постройки. Или 27-го. Напротив находится вот эта башня. Это дом Юрия Никулина. Это Большая Бронная, дом 2, дробь 6. Помимо Юрия Никулина в этом доме жили Борис Андреев, Ростислав Пляц, Святослав Рихтер. Вообще здесь табличек 10, наверное, с именами. Кому интересно, почитайте, никого не хочу обидеть, всех перечислять не буду. Едем дальше. Сейчас, кстати, объедем дом Юрия Никулина. За деревьями прямо виден дом 13. Тут также прямо на противоположной стороне установлен памятник Шолом Алейхему. Вот так он выглядит. Здесь в доме 6 по Большой Бронной находится синагога. Также тут неподалеку, впереди мы будем проезжать, находился еврейский театр, где ставились спектакли, в том числе по его произведениям. Ну а мы сейчас заедем во двор дома Юрия Никулина, я его так называю. Его можно называть и домом Святослава Рихтера. Справа театр на Малой Бронной. Прямо синагога. Театр это Малая Бронная 4, строение 2. Ну, вот такой двор дома. И вот такое соседство здесь. У этого дома, в котором жил Юрий Никулин. Ну, а сейчас мы видим дом 4. Это изначально, можно сказать, общежитие студенческое второй половины 18 века. Скорее всего, двухэтажное было. В 1909 году, скорее всего, его и нарастили. Вот такой домик проезжаем. Интересный. Напротив находится школа. Ее плохо видно за деревьями. Дом 5-7. Ну, вот так выглядит бывшее общежитие студенческое. С противоположной стороны. Далее театр на Малой Бронной. Тут он задрапирован. А вот тут он не задрапирован. Или еще не задрапирован, или уже не задрапирован. Тут и находился Государственный еврейский театр. Потом театр эстрады, кажется, еще. Теперь это театр на Малой Бронной тут находится. Далее дом 2 будет слева. Дом 1880-х годов постройки. Для мебелированных комнат. Владелец Романов. В доме бывал Шаляпин. Римский-Корсаков. Художник Врубель. И еще много кто тут бывал. Напротив
Тверской бульвар, дом 3. На этом обзор окончен. Всего доброго. Пока.